Я, конечно, все понимаю, да? Я люблю Новый год, потому что каждый Новый год, ну, для меня лично, это показатель того, что мы можем жить немножко подольше, чем нам сказали наши врачи. И каждый Новый год мы будем встречать. Я не знаю, сколько, Господь Бог сам решил, но в преддверии года 2023 я бы вам рекомендовал всем подряд сделать то, что нужно. А нужно это подарить либо вашей супруге, либо ребенку, либо, естественно, мужу, либо просто хорошему человеку то, что он запомнит и скажет вам потом огромное спасибо. А что это такое? А это тот товар, который реально необходим, ну, практически каждому. И где этот товар вы можете купить? Естественно, в электросиле. За моей спиной Комсомольская, 17. Мы сейчас зайдем туда, а потом вернемся на Московскую, 5. Есть вещи нужные, а есть ненужные. Ненужных вещей пруд-пруди, нужные в электросиле. И малость другой вариант. Рано или поздно, но то, что вы купили, здесь обязательно понадобится. Зуб отъешь. А у нас, кстати, лучший праздник – Новый год. Так вот, мы о чем сейчас будем говорить? Да, рано или поздно каждый из вас купит себе электромобиль. Я про это 100% говорю. Это будет, другого варианта не может быть. Так вот, для того, чтобы у вас был электромобиль, я бы сейчас крайне рекомендовал в преддверии 23-го года прийти все-таки в электросилу сюда, на Комсомольскую, 17. Для того, чтобы купить, знаете, что вы будете покупать? Вот такой замечательный удлинитель. А для чего? А сейчас объясню. Вот вы поставили машину рядышком с домом, да? Ну, рядышком с домом вы сделали такая штука, не слишком долго это будет стоить, но в определенный момент вы можете из своего дома через небольшое отверстие в стене сделать свой собственный удлинитель. А для того, чтобы этот удлинитель никто не пользовался, вы его у себя будете просто из розеточки вытыкать. Да-да-да-да. Это к слову о том, что, в принципе, некоторая часть времени ваша машина будет стоять рядышком с домом, да? А уже потом к этому удлинителю, используя вот этот максимальный комфортный узел связи. Это я про этот удлинитель говорю. Заходите, не беспокойтесь. Тут я же еще раз говорю, это не проблема. Мы просто говорим о том, что здесь очень много народу, потому что, ну, во-первых, они со мной работают, во-вторых, все тоже прекрасно понимают. И вы сможете спокойненько этим удлинителем, вот машина здесь стоит, здесь. Метров 15 в двери ушли, естественно, откуда-нибудь. Вот, спокойненько, и все нормально, и ваша машина спокойно. Мне сейчас начинают говорить сказки. Вау, электромобилю что-то нужно. Ну, я вам немножко другой вариант скажу, что, во-первых, что такое электромобиль и чем он заряжается? Ну, догадайтесь, трех раз, чем будет электромобиль заряжаться? Он будет заряжаться электричеством, которое у вас есть дома. Теперь возникает вопрос, как это может побыстрее это зарядить? Вау! Ну, если мы будем говорить о воде, это одна тема, да? А если мы будем говорить про электричество, вы не в курсе событий, да? Ну, вы, наверное, должны понимать, или вы не понимаете, что, в принципе, используя электросилу, вы можете себе даже сварочником домашним, в домашних условиях заварить. То бишь, ну, поставьте себе трансформатор, в конце концов, не хотите делать трансформатор, окей, есть такое понятие, как AliExpress. Закажите себе трансформатор там для зарядки, быстрой зарядки электромобиля. И тогда машина не будет у вас заряжаться, грубо говоря, там 3 или 8 часов возле дома. Она зарядится за 40 минут. Ну где же ваша голова? Ну где ваша голова? Где ваша голова? Я думаю, в том настоящем нужном месте. А, тут тема-то немножко другая. Тема-то немножко другая и для тех, у кого есть руки. Давайте все-таки определимся. Руки есть у мужиков? Или, в принципе, у женщин тоже есть руки? Давайте вернемся на круги своя. И вот была такая дивная ситуация, ну, примерно так, годков, наверное, 80 назад. Вторая мировая война. Может быть, кто-то не слышал, а кто-то должен про это дело слышать. По большей части мужики ушли на фронт. А женщины что делали? Женщины изготавливали снаряды. Женщины изготавливали стволы для пушек. То есть женщины, а мы не будем говорить, что слово «женщина» у нас
возникает какой-то другой вариант. То есть женщины работали, да и сейчас работают так же, как и мужики. В некоторых случаях занимаются тем, чем мужики не могут заниматься. Я это сам лично знаю, и это есть на этом свете. Другой вариант. И для женщин, и для мужчин. А есть такие женщины, которые в гордом одиночестве, но они умеют делать все. Вот то, что должно быть. И не обязательно здесь мы будем говорить о электричестве. Поверьте мне, в электросиле не только думают об электричестве. Нет. Здесь есть такие штуки, реально красиво нужные. Да, господа мои, когда-нибудь придет время, я себе это дело и куплю. Но сегодня и сейчас, даже придя сюда, вы можете здесь купить то, о чем. Представляете, был и сейчас есть такая ситуация. Это был, еще мы учились, это был 94-й год. Мы снимали один качественный сюжет. Ну, это была съемка свадьбы моего замечательного товарища. Я в деревне где-то нашел замечательный, отличный первоисточник звука. Ну, хорошая, серьезная машина была со знаком качества Советского Союза. Тогда Советского Союза уже не существовало, но я подарил. Я каждый раз, приходя к моему товарищу, к Олегу Бакирову, это самый крутой специалист, который реально может сделать все. Я имею в виду все для профессионального ремонта качественного звукового оборудования. И не только. И он мне всегда говорит: спасибо тебе огромное. То есть я тогда знал, что необходимо купить. Я это дело купил ему. И он до сих пор мне благодарен. То же самое можете сделать и вы. То бишь, зачем дарить вазу, когда вместо вазы вы подарите замечательный набор коронка для сверления. И человек, используя вашу коробку для сверления, используя те же, допустим, но мы не будем говорить, что это коронка для сверления. Вы можете спокойненько ему купить и замечательные сверла, различные и по металлу, и по дереву. Все здесь есть. Здесь есть все. Мало того, здесь есть такие штуки, они обалденные. То бишь, реально можно, просверлив, допустим, диаметром на 10, рассверлить все это дело до диаметра настолько крутого, ну, если это небольшой размер, естественно, да, что, в принципе, вы не сможете даже найти ту дрель, которая смогла бы поставить для себя сверло по 30 миллиметров. То есть, представляете, вот такая штука. Здесь есть и то, и другое. Есть все, все для всех. И я не думаю, что вам нужно что-то другое покупать. Не нужно этого делать. Придите в электросилу, возьмите, вам человек огромное спасибо скажет. И говорить он будет не первый год и не один год подряд. Вот вопрос, да? То есть мы говорим о чем? Мы говорим о том, что должен уметь каждый мужчина. Каждый мужчина должен уметь паять. Если человек не умеет паять, я вам рекомендую, в принципе, это довольно несложно обучить паять на своих руках. Я могу это сделать, можете ли вы, вот в скором времени, да, я своему сыну покажу, как необходимо паять. Потому что без пайки это все будет не настолько сильно правильно, понимаете? Сейчас гораздо интереснее припаять и хорошо, и качественно. К слову, о пайке. О пайке, и, естественно, раз это у нас Новый год, все-таки я бы не буду вам говорить, но сделать это необходимо. Есть хорошие качественные паяльники. Качественные паяльники. Это, в принципе, достаточно недорогое удовольствие. Да? В принципе, хороший паяльник здесь стоит, ну, в пределах 560 рублей. Это такой серьезный паяльничек, такой нормальный реально. Можно и подешевле взять. То бишь, говорим о том, что вы будете дарить. Если мы говорим о тех самых сумме в пределах 1000 рублей, гораздо мне бы было бы приятнее, если бы человек сюда пришел и... Во-первых, человек может меня попросить, а я ему покажу то, что мне нужно. Вы мне подарите, а я потом неоднократно буду про вас вспоминать. И, в принципе, это был бы другой вариант. То есть вы пришли с человечком, посмотрели, куда у него глазки упираются, воткнули это в себе, в свой замечательный человеческий мозг. Он находится вот здесь. Если убрать... У меня, видите, бошку раньше вскрывали, да? Убирав тут глиобластому, оно полностью не убралось. Но, тем не менее, я живу, и потом уже, дай-то бог, в определенный момент я скажу...
То есть, если у вас это дело случилось, ну, посмотрите на меня, я же живу, и у вас тоже времени будет достаточно, а не тот срок, который вам нарисовали. Посмотрев на него, убедившись, можно потом уехать, потом придя сюда, купить, а потом сделать ему клевый подарок. Это будет во, вот так оно будет, поверьте мне. А почему мы приехали сюда на Московскую 5? Это тоже подразделение электросилы. То есть мы приехали за тем, это, конечно, чуть-чуть дороже, чем все, что я вам продемонстрировал, но, вот то, что находится за моей спиной, я бы рекомендовал всем тем, не, и событие должно быть не только на предмет Нового года, я бы рекомендовал всем нормальным людям подарить вот такую штуку, ну хотя бы одну. Либо на свадьбу, либо на юбилей. Потому что это реально хорошо. Конечно, предстоит небольшое общение с YouTube'ом. Там все реально ровно показано, да? И в принципе, давайте все-таки определимся про сварочный агрегат. Потому что за моей спиной это сварочные агрегаты. За моей спиной замечательные сварочные маски. Но эти сварочные маски имеют дополнительный эффект. То бишь, вы, одев эти сварочные маски, видите, куда будете тыкать. А уже потом, при воспламенении электрической дуги, которая работает и расплавляет электрод, сварочная маска темнеет, и вы все равно видите, куда нужно это делать. Да, господа мои, да, все это есть за моей спиной. Вот справа, да, сюда немножко развернемся. А это уже слева, ну, из той же оперы, да? То бишь, давайте все-таки определимся, о чем мы будем определяться-то? Ага, господа, мы говорим о том, что у вас не всегда электричество, это мы будем говорить про сады, стабилизированное. Оно не всегда стабилизированное. Если это электричество, то ли прыгнет, то ли вниз опустится. Заходи, заходи, не беспокойтесь. Смотрите, народ идет, это хорошо. Да-да-да. Заходите, не беспокойтесь, это нормальное явление. Вот. То есть, если оно прыгнет свыше, у вас сгорит все, что нужно. То есть, у вас сгорит ваш телевизор, DVD-проигрыватель. Ну, сейчас уже DVD-проигрыватель. Хотя у некоторых еще есть DVD-проигрыватель. А вместо того, чтобы это ничего не сгорало, да, вы здесь спокойненько, к слову о том, что да, никаких проблем. Это, конечно, тоже денег стоит, но когда это... То, что нужно, это стабилизаторы тока, то бишь, без разницы, ток на входе может быть и 150 вольт, но выход всегда будет 220. Ток на входе может быть и 250 вольт, но на выходе будет 220. Во, милое дело, а? Вот почему я говорю, что за качественными вещами, качественными вариантами того, что про вас вспомнят, и будут делать это дело не один год, а несколько, я бы рекомендовал все-таки приехать в электросилу. Оба-на, оба-на. Да, 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 да. Вы думаете, что вот только под электричество все дело заточено? Нет, господа мои, не все заточено под электричество. Ну, далеко не все заточено под электричество. Потому что электросила вам позволяет использовать в 90% случаев электричество. Но существуют также другие вещи, которые вы не сможете сделать, не имея должного оборудования. Так вот, это должное оборудование есть здесь. То есть, если у вас, допустим, человек когда-то научился использовать свои руки для работы с трубами, ну, то есть, понятно, да? То есть, он может быть качественным слесарем, тем, кто занимается водой. Да, да, да. А у этого слесаря, он качественный парняга-то, но чего-то не хватает ему. А чего ему может не хватать? Ему наверняка не хватает штангенциркуля. Не хватает? Нет, вот он есть здесь же. Ему не хватает отличного количества плоскогубцев. Причем плоскогубцы здесь не обязательно именно плоскогубцы. Есть и круглогубцы, есть все остальное тоже. Ему не хватает отверточек. Они все, причем, какие здесь отвертки? Вот такие. Ну и для тех, кто занимается другими сетями,
А другие сети, что это такое? Это человек, который занимается... Есть такая штука, ну, может быть, вы не понимаете, да? Хотя я донесу до сведения. Электросети. Не те электросети, которые имеют напряжение 220 вольт. Хотя здесь все, что вы можете взять, и, кстати, и не на 220 вольт, а даже есть больший вариант. Но этот вопрос возникает, если у вас моя категория. То есть, когда меня убрали с видеоинженеринга, мне так и написали, электроник. Ну да, 10 тысяч вольт. Ну, я знаю, как это делается, естественно. А есть товарищи, которые занимаются внутри компьютерными сетями. А? Слышали про такие? Ну, вы наверняка про это дело слышали. Вот, пожалуйста, все, что для них нужно. Они могут откусить провод, легко зачистить, есть все. Есть все. И поставить это, ну, как бы тебе сказать-то. Это все очень красиво, это все реально красиво, это все ждет вас, потому что это все нужно, нужно для них. Так, может быть, ограничимся не подарком духов, потому что руки рабочего пахнут бензином, слесаря руки маслом машины. Только бездельник не пахнет никак, сколько не душится лодырь богатый. Очень неважно он пахнет, ребята. Да-да, Максим вот мне недавно рассказал. А может быть, он и прав. То есть есть магазины, куда женщин нельзя пускать. В какие магазины нельзя пускать женщин? Ну, туда, где косметика, там, где шубы и все остальное. А есть магазин, куда мужчин нельзя запускать. Нельзя сюда запускать. Но сюда мужчины ходят. Потому что по-другому никаким образом они это не смогут сделать. Нельзя мужчин пускать в магазин «Электросила». Потому что Максим уже ему все. Он говорит, я буду здесь бесконечно долго. Да и я был бы здесь бесконечно долго, вы не понимаете, да? Электричество, эти продукты, это тот товар, который рано или поздно блызгается. Ну, это жизнь. Мы без него не можем, потому что по-другому не получается. Но зная о том, что есть электросила, которая вам предлагает тот вариант, и за такие деньги, что вы просто потом будете, мягко говоря, не просто очарованы, вы скажете, это просто изумительный вариант, да. Когда все это стоит реально нормальных денег. И если честно, давайте все-таки обратим и подумаем о том, что в городе Магнитогорске дешевле нету. Да нету в городе Магнитогорске. Мало того, я так понимаю, вот в этом дивном кусте нашего региона, ну, может быть, Челябинск есть, но до Челябинска мотация 320 километров. Может быть, туда вы съездите, я не знаю. Но примерно до уровня Южноуральска дешевле ничего нету. А теперь сделайте круг вокруг Магнитогорска. 220 километров, а может быть, чуть-чуть больше. Вот этот весь круг. И в этом круге ничего дешевле, чем электросила, не существует. Потому что они работают. И не работают по замечательному китайскому принципу. Вы придете, вы купите, и вы объясните, и все дойдут до того, что можно купить здесь. Только купите много. Вы получите результат, и человек получит такой же качественный результат. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот так нужно работать. Но так не умеют делать 95% магнитогорцев. В каждом сюжете есть доля правды. Наверное, поэтому меня и любят, и ненавидят. Но любви в разы больше. Я люблю вас всех разных и по возрасту, и по положению. Без этого счастья нет. Без этого Нового года нет. Да, конечно, по-другому и не может быть. Потому что что вам необходимо? Вам необходимо качественное удовольствие. Но именно благодаря электросиле, благодаря тому, что мы объясняем, где вы можете купить для качественного удовольствия себя, ну и того человека, кто вам нужен, другого варианта не существует. Я, конечно, понимаю, что вы можете, в принципе, и здесь за другими вещами зайти, вопросов-то нет. Но когда человек, используя те вещи, которые вы уже здесь купили, и будет он это делать в дальнейшем и неоднократно, он вам спасибо большое скажет. Подумайте об этом, господа мои, и приезжайте либо на Комсомольскую 17, либо на вокзальную 5.
Потому что дешевле вариантов быть не может.